дым страшный. Я не знаю, что это. И дым такой черный. Саша, быстрее, запусти свой телефон. Сейчас моей бабушке звонить. И сегодня грохот, и грохот, и грохот. И что это? Я не знаю. Это такого пожара я не видела в жизни. Это возле нашего дома прямо. Почему это происходит? И что там такое? Ну, может быть такое. Это жилой дом. Мы тут живем. Это есть Краснодарский край, 3-й микрорайон. И все время что-то грохочет. А что это грохочет, я не знаю. Я не знаю, что это такое. Я не могу на это смотреть. Сейчас я пойду туда смотрю. Видно возгорание топлива с одного из баков. К сожалению, вот здесь больше видны разрушения дома. Это просто ужасно. Скажем так,